Методика проведения первого урока по вокалу. Скажите, пожалуйста, почему этот вопрос мы с вами будем рассматривать отдельно? Про методику проведения урока мы уже с вами говорили. Потому что первый урок задает тон всему. Первый урок задает тон всему. Хорошо, еще раз. Потому что мы первый раз встречаемся с человеком в работе. Ну, как-то мы должны адаптироваться, понять. Ну, просто понять немножко человека, который стоит перед нами. Так. Ну и, в принципе, чтобы дальше работать, нам нужно уже понимать, над чем работать, у себя выстроить дорогу, по которой мы пойдем. Угу. И будет логично сделать это на первом уроке, а не на десятом. Решить, что вот теперь я придумал, как же мы будем. Это можно сделать на втором. Это можно сделать на третьем. Ну, то, о чем ты говоришь. Ну, мне кажется, хотя бы начать этот процесс на первом уже стоит. Так, еще какие мнения? На первом уроке принимаются какие-то гласные и негласные правила, например. То есть правила общения. И ну, это может не оговариваться, но вот то, что задается тон, то угу. Все к тому. Угу, так, хорошо. Ну, в любом случае, это реальность жизни, что нам ученика надо заинтересовать. Ну, в какой-то степени все равно. Ну, понятно, что с него может быть мотивация, но и так довольно сильная, нам не нужно каких-то дополнительных усилий. Но, тем не менее, нам нужны ученики, и нам с ним как-то... Если ему совсем не понравится первое занятие... Смотри, как рассуждают сейчас в многочисленных частных школах. Ну, поэтому я говорю, что это реальность жизни. Ну, если мы с этим сталкиваемся, или мы... А ты уверена, что это нормальная реальность? Нет. Организовалась новая вокальная школа. Я, как руководитель школы, заинтересована в том, чтобы ко мне шли люди. Сама я работать не буду, набрала девочек. Я кидаю объявление, что приходите, у нас первый урок бесплатный. Потому что любому человеку, организовавшему свой бизнес, хотя я не знаю, можно ли это вообще называть бизнесом, важно продать очень много услуг. В данном случае услугой является урок. Почему, говорит, вот абонементы покупаете? Ну, это понятно. Да, это понятно. Так вот, первый бесплатный урок, для кого он дается и для чего он дается? Развлечь и заинтересовать. Да. Вот то, о чем ты сейчас говоришь. То есть, по сути, когда ко мне приходит ученик, я уже изначально знаю, если я занимаюсь этим учеником, он мне, ну, априори должен быть интересен. Угу. Ученик... а не количество уроков в неделю, которые он потом у меня купит. Понимаешь? Это, да. А ты-то сейчас говоришь с позиции человека завлечь. Мне не надо его заинтересовать этим процессом. Ну, вот, с одной стороны, он должен, если он приходит ко мне, он уже замотивирован как-то, ему это интересно, он хочет этим заниматься. Но как подожди. Завлечь, увлечь. Это все касается организации работы. Организовываем школу? Условно говоря, да. Мы говорим о методике проведения первого урока. Методика – это идет в сторону, как бы, в копилку компетентности. Да? А организация и позиционирование себя – это маркетинг. Да? И, в принципе, это продвижение, что называется, бизнеса. Так вот эти вещи путать нельзя. Да. О каком первом уроке мы с вами говорим? О первом бесплатном уроке или о каком первом уроке мы говорим? Вы пришли работать в организацию. Вы набрали себе класс. У нас всегда в нашей работе две части. Организационная и методическая. Когда организационная сильная часть. Например, есть молодые люди, которые организовали школу. Организационная часть у них хорошая. Итак, когда мы говорим про первый урок, мы не говорим про первый бесплатный урок, который дается с маркетинговой целью. А мы говорим... про первый урок, когда вы уже пришли вот работать в организацию, набрали класс, прежде чем провести первый урок, вы собрали родителей. Или если это взрослые люди, которые занимаются, вы собрали их. И все организационные вопросы мы обсуждаем до первого урока. Мы рассказываем про свои условия. Вот я занимаюсь так. Мне важно, чтобы у нас на выходе был такой-то, такой-то результат. Если это родители, вы с родителями обсуждаете организационные вопросы, проводите родительское собрание. Говорите о своих, не только обязанностях, да, но вот и о своих условиях, в которых вы готовы работать. Спрашивайте их, а что вы ожидаете от нашей работы совместной? То есть мы проводим организационную работу
до первого урока. Составили расписание и вот говорите там: Вика, приходи, вот у нас завтра с тобой будет первый урок. И вот как раз о методике проведения первого урока мы сейчас с вами будем говорить. Все, человек уже пришел, он уже на месте. Что мы будем с ним делать? Нам нужно на этом уроке с учеником установить контакт. При всем при этом нам нужно создать уже не просто мы контакт с тобой устанавливаем, попили чайку, разошлись. Нам нужно на уроке уже организовать рабочую атмосферу. То есть ученик уже должен что-то поделать. И в процессе того, что мы делаем с учеником, мы даем ему какие-то задания, ученик их выполняет. Мы можем уже какие-то предположения про ученика получить. Например, его реакции. Помните, говорили про реактивность, про процессы возбуждения, торможения? Мы сможем это на первом уроке увидеть? В какой-то степени да. Несомненно, если первый урок вообще по вокалу у человека, он поставлен в необычные для себя рамки, возможно, он себя будет вести как-то нетипично для самого себя. Но, тем не менее, вы всегда сможете определить, насколько у него быстрые или медленные реакции. Что еще можно определить на первом уроке? Темп человека, темп его восприятия. На первом уроке вы можете определить его память, например, мышечную память. Знаете, бывают такие ученики с шикарными данными, которые на первом же уроке демонстрируют замечательные свои способности. И мышечную память, и память, и ощущения у них быстро формируются, они быстро могут описать свои ощущения, проанализировать их. Правда, мы потом по этому первому уроку не можем спрогнозировать, будет человек заниматься дальше или нет. Бывают такие быстрые, через полгода теряют интерес. Такое тоже бывает. Но опять-таки, мы сейчас в будущее не заглядываем, мы говорим здесь сейчас, то есть мы говорим про этот самый первый урок. Что еще мы можем на первом уроке? Темп мы определили. Да, я всегда предупреждаю своих учеников о том, что у меня быстрый темп, я очень быстро работаю. Но я всегда спрашиваю, если тебе мой темп быстрый, если ты не успеваешь, скажи мне об этом. Хотя, конечно, я сама слежу за тем, что справляется человек, успевает воспринять или не успевает. Но лишний раз спросить, как тебе мой темп. Все, пока нормально все. Хорошо, пока нормально. Замечательно. Что еще на первом уроке? Оценить, верно ли у него координация мышц. Замечательно, да. На первом же уроке мы это можем оценить. По этой координации мы можем предположить, в каком темпе мы будем на последующих уроках двигаться. То есть, как часто мы будем делать апгрейд упражнений. На первом уроке человек может проявить свои какие-то индивидуальные особенности. Пофантазируем, какие-то могут быть особенности. Например, опоздать на первый урок. Может быть, много на первом уроке ему важно поговорить, ему важно про себя сказать, а нам важно провести все-таки урок по вокалу. Какое у него внимание? Внимание, конечно, замечательно, да. Что еще? Как он реагирует, когда у него что-то не получается? Насколько его этот процесс выбивает очень сильно? Это скорее, конечно, психологические сложности, комплексы, с чем поработать. Если он прям сразу расстраивается и становится неработоспособным, как только ты ему сказал, что что-то надо. Если такое у тебя происходит на первом уроке, скорее всего, ты ученику дала завышенную задачу. Ошибка многих молодых. Пришел ученик, сейчас я тебя буду учить. Ты должна петь свободно, красиво. Как меня учили, так и я тебя буду учить. Давай-ка мы сейчас с тобой все это будем делать. Все как положено. А первый урок, он на той первый урок. Там можно делать не все как положено, как тебя учили, а может быть даже не показывать то, что вы будете делать потом, чтобы не перегрузить человека. Они иногда говорят, вот пришла ученица, вот она стоит, а ей выдоха не сделать. Вот ей выдоха не сделать, она стоит и расстраивается. И я сама стою и расстраиваюсь. Но если ты видишь, что ей выдоха не сделать, что ты ее мучаешь-то с этим выдохом? Да сделай с ней что-нибудь другое. Нет, мы будем решать сразу же трудности. И все. Тогда ты сразу же увидишь реакцию. Не нужно, чтобы на первом уроке у человека что-то не получалось по возможности. Нужно организовать урок так, чтобы у него получалось. На первом уроке человека не то что заинтересовать нужно, хотя нужно и заинтересовать, его можно озадачить. Смотри, а можно еще так сделать.
а смотри, как интересно, а смотри, как оказывается ты можешь, и смотри, какое у тебя звучание может быть. Есть немножечко другой подход, а не так вот, как положено, как вот у меня урок проходит, так вот. Мы с первого урока сразу же начнем все правильно, да еще самые сложные упражнения возьмем. То есть, если в чем-то минимальном даже у него там не совсем, давай попробуем там еще раз, у него не получается, то лучше там и еще раз не пробовать. Ну, а лучше начинать совершенно чего-то с минимального, чтобы не доводить до состояния, у него это не получается, это не получается, это не получается. Угу. Я делаю так достаточно часто. Это мой стиль работы. Пришел человек, я говорю, это наш с тобой первый урок. Поэтому все, что мы с тобой сегодня будем делать, я к тебе присматриваюсь, ты ко мне присматриваешься. Не в смысле, понравимся ли мы друг другу. Этот вопрос вообще не должен стоять. А в смысле того, как мы друг друга чувствуем, как мы друг друга понимаем. Очень часто я на первом уроке спрашиваю. Ну, если человек, который занимался вокалом, допустим, я спрашиваю, а вот покажи мне, пожалуйста, это уже ближе к методике, да, я вам рассказываю, пошаговость. А покажи мне, пожалуйста, а как ты вдыхаешь перед тем, как спеть? Человек начинает рассказывать, я говорю, мне не надо рассказывать, ты покажи. Угу. Мне с человеком надо будет говорить примерно с первого урока на одном и том же языке. И для этого я могу спросить, а ты знаешь, что такое резонанс? Потому что я это слово часто, допустим, использую. А ты знаешь, что такое грудной головной регистр? А покажи мне, как у тебя звучит грудной, как головной. Вот эти задания могут иметь какую-то оценку. Получилось, не получилось, давай сделаем еще раз. Нет, они нейтральные. Но они дают тебе, как преподавателю, уже информацию об ученике. Угу. Ты не ставишь перед ним задачи, давай, нет, сделаем еще раз, нет, у тебя не получается, нет, мы сейчас добьемся. Не надо это. Понятно, да? Выяснили, что мы какие-то вещи с ним говорим на одном языке. А как ты вдыхаешь? Мне говорили вдыхать носом. Ну, вдохни. Хорошо. А давай попробуем к носу, допустим, я смешанный вдох практикую. А давай слегка открытый рот. Давай попробуем так вдохнуть. Получилось? Замечательно. И я уже смотрю, насколько у него это получилось. Сразу же, или он все равно начинает дышать носом. Нет, давай-ка ты плохо дышишь. Давай-ка мы сейчас рот еще подключим ко вдоху. Я не буду это говорить. Я получила информацию. Я сказала, попросила смешанно вдохнуть. Я получила информацию. Получилось у ученика. Или наоборот. Он все равно пока еще дышит носом. Бога ради, я не буду его как бы тыкать в это и говорить, что это твоя ошибка. Вот мы выяснили, что можем говорить на одном языке. Я говорю, что наш с тобой сегодняшний урок, возможно, он будет нетипичным. Возможно, какие-то вещи, которые мы с тобой будем делать сегодня, на следующем уроке мы и делать не будем. Мне нужно понять, в каком темпе мы с тобой можем двигаться. Мне нужно понять, что тебе легко дается, чего ты вообще никогда не делал. Я говорю абсолютно нейтральные вещи, которые не ставят человека в ситуацию, где вот у него ничего не получается. Дальше очень много всяких вариаций. Вариации в каком смысле? Здесь уже очень индивидуально. Пришел человек поющий или пришел человек с нуля. В зависимости от этого мы будем строить первый урок. Если человек пришел поющий, я в принципе могу его вначале попросить, а спой мне, пожалуйста, вот что ты недавно выучил и с чем ты последний раз выступал. Начать вообще с этого. И человек поет, я уже понимаю, чего мне с ним делать. Если человек вообще не поющий, я буду объяснять, знаешь, вот наши занятия будут состоять из того, что мы будем работать над голосом, мы будем учить репертуар, у нас будет тренаж. Ну, давай мы с тобой сегодня этот тренаж начнем. Но все, что мы с тобой сегодня делаем, не обязательно включать в свои домашние занятия. Я тебе потом скажу, что включить в конце урока, что включить в занятия, а что пока мы включать не будем. То есть я смещаю внимание ученика. Вот это упражнение не включай, оно у тебя не получается. Не получается, оно получится у него через несколько месяцев. Я всегда на первом уроке говорю, что все, что мы делаем в классе, желательно, обязательно, это уже, смотря кому, с кем общаешься, да, дома прорабатывают. Мне говорят, ой-ой-ой, ужас-ужас, а мне вот предыдущий педагог говорил, дома ни в коем случае не петь. Дома не пой, ты себе все испортишь. Понятно, что испортишь, если ты себе все дома. Это и так понятно. Но если человек дома не будет работать, он не будет знать, как ему работать самостоятельно. Несомненно, дома, вы все дома
такого напоете иногда. И потом с этим напетым, что не так, что ли? Да. Да. С этим напетым приходите в класс. Это опыт. Я говорю, вот тут вот ты переборщила, а тут вот ты не доработала. Поэтому я всегда говорю, что дома обязательно заниматься. Единственное, это мое условие. Другим преподаватели, возможно, как-то по-другому требуют. Единственное, я говорю, делай дома то, что у тебя хорошо получается. Вот ты схватила какой-то прием, ты знаешь, как его делать? Он у тебя получается, вот его дома и делай. А если мы что-то сделали в классе, у тебя дома это самостоятельно не получается, ну не делай, в следующий раз сделаешь. То есть процесс самостоятельной домашней работы мы тоже оговариваем на первом занятии. Первое занятие, несомненно, должно быть таким, чтобы человек стал окрыленным, да, чтобы он получил удовольствие от этого урока. Но не для того, чтобы его развлечь и удержать у себя. Нет. Для интереса, ну, заинтересовать, чтобы он хотел приходить дальше, чтобы ему этот процесс был интересен. Не в этом смысле заинтересовать. В этом смысле надо заинтересовывать некоторых. Да? Но это уже, опять-таки, скорее относится к маркетингу. Просто показать человеку, смотри, каким ты можешь быть интересным. Не в смысле, чтобы ты приходил ко мне дальше. А в смысле, смотри, сколько у тебя может быть возможностей. И с этим можно, и вот это, что это большой мир, что он дальше, сколько всего можно изучать. Вы поймите, что перед вами стоит человек. Он, возможно, пришел с какой-то надеждой к вам. Но если человек пришел с какой-то к вам надеждой, то в данном случае на какой-то момент вас самих не должно существовать. Вы не должны думать о том, что «да я знаю, что он придет ко мне, но меня это совершенно не волнует». В данный момент. Меня волнует, мы с вами говорили, что мы в нашей работе должны быть центрированы на человеке, который перед нами стоит. И этот человек должен уйти окрыленным, что я что-то могу, что я интересен сам себе. Мне все равно, придет он ко мне в следующий раз или не придет. Вот этого вопроса сейчас не касайтесь. Суть в том, насколько человек заинтересуется даже сам себе в этом деянии. Конечно, в этом процессе, конечно, хочет, конечно. Как еще можно дышать? Ой, оказывается, вот так. О, а что еще? И он начнет, ему процесс, он включится, ему вот само это знание захочется получить, узнать же. Знание. Что такое знание и что такое навыки? Ну, он узнает знания, потом... Ничего подобного. Вы все узнаете знания. У вас в голове много информации. Это мертвый груз. А реально вы владеете вот столечко. А знаний у вас вот столько. Знания, которые не перешли в навыки, это все мертвые знания. И когда ученик на первом уроке спрашивает, а вы мне расскажите, как у меня должно работать дыхание, расскажите. Я всегда такие вещи стараюсь пресекать. Я тебе ничего рассказывать не буду. Давай мы будем просто делать. Есть живой процесс. Вот здесь сейчас наше общение с учеником. В этом процессе мы совершаем определенные действия. Мне не важно, уйдет он со знанием или нет. Он уйдет с ощущениями в своем теле. Он может уйти с ощущением своей души, в душе, когда, в эмоциональном своем состоянии. А может быть, у него в голове не будет никаких знаний. Может быть, и слава Богу. Я говорю про вещи, которые более важны для человека. Потому что человек – это не только его голова, поющая голова. Вика, бывает такое, что ушла с урока? Ух, во, ты же не уходишь. Теперь я знаю. Ты с чем уходишь? С какими-то ощущениями, которые я запомнила. С ощущениями, еще с чем? С каким-то, в каком-то определенном эмоциональном состоянии. Вот. Ты все время обходишь слово «эмоциональное состояние». Ты говоришь про «знаю», «я поняла», «я знаю». Работает голова. Ага. Человек, который поет, он должен быть еще очень эмоционально настроенным. Почему я обращаю сейчас твое внимание на это? Если для тебя вот эмоциональное переживание, которое именно в эмоциях, а не в знании, если ты сейчас это эмоциональное переживание чуть-чуть упускаешь, и у ученика его не увидишь. Угу. Очень хорошо, что эта тема сейчас всплыла, потому что на самом деле она очень важная. Возможно, кто-то из вас когда-то об этом вспомнит, если будет работать. Так, что еще по этому уроку мы с вами должны говорить? Видите, сколько разных моментов, как этот первый урок, в какую сторону можно вообще повести? Дальше, помните, мы с вами все время говорим о том, что мы идем от простого к сложному, от общего к частному.
частный вопрос, которого мы сейчас с вами коснемся, но который мы будем с вами более подробно разбирать, когда уже будем работать с разными системами голосового аппарата. Некоторые считают, что первый урок обязательно нужно начинать с дыхания. Первый урок мы обязательно начинаем с дыхания. Это так? Не обязательно. Так, не обязательно. Почему? Ну, это как, не знаю, как штамп на всех подряд учеников. Обязательно с дыханием. Не только же на дыхание акцентируется вообще. Техника вокала и перебрать. В координацию мышц, мы действительно согласны, да, не только дыхание входит. Ну, если мы смотрим про первый этап, в целом пытаемся оценить состояние. Да. От общего к частному? Да. Поэтому с чего-то частного начинать, видимо, ну, как я, как рассуждающий говорю, это не хорошая тактика, потому что с общего надо начать. С общего мы начали. Мы с вами поговорили о том, что... Ну, давай, чтобы нам на одном языке разговаривать. Что ты подразумеваешь? Что такое вдох? А вдох – это набор воздуха, там, например, да? Мы попробовали это, поделали. Дальше нам нужно делать более конкретные вещи. Что мы будем делать? Над чем мы дальше будем работать? Урок еще не закончился. Но дальше мы будем работать над упражнениями. Мы не работаем над упражнениями. Мы с помощью упражнений что делаем? Работаем над голосом, над голосовым аппаратом. С помощью упражнений. Мы будем работать, скорее всего, не над упражнениями, а с помощью упражнений над голосовым, над развитием голосового аппарата. Но опять-таки, на первом уроке вряд ли мы сможем это сделать очень активно, но какие-то элементы мы включить можем. С чего мы будем начинать? Первое упражнение предлагай. Но я опираюсь на свои просто. Ну, естественно. Пока только на свои. Предлагай первое упражнение. Ну, значит, после того, как попробовали подышать, над дыханием. Это и есть над дыханием. Мы работаем над дыхательной опорой. Так, еще какие? Первое упражнение предлагаем. Дук или чуть-чуть, чтобы опять же мы так сможем отследить усилия. Так. Чересчур напрягается. Так, ага. И нам разный человек может сказать: попробуй полегче. Ну, то есть уже какая-то работа может пойти. Так, хорошо. Так, еще. Отследим сразу резонанс. Ну, там, где-то он там глубоко не выходит. Или может звук уже как раз, ну, что-то чуть-чуть включено немножко у человека. Uh-huh. Или он как-то координирует. Ну, и плюс мы увидим, как он, в принципе, это координирует. Ты говоришь, полегче или там попробовать. Ну, ага. Так, хорошо. Еще какие предложения? Поработать над артикуляцией. Так, Вики. Ну, я конкретное предложение просто сразу... Давай конкретное. То слово «дук», «сундук», вот это вот. Ага, все понятно. Вы все большие молодцы. Тем не менее, начинаем мы с этого. Что это за секрет? Никакого секрета нету. Ученик пришел, мы ему рассказали, что мы начнем с тобой заниматься, сегодня первое занятие, я посмотрю, в каком темпе мы сможем с тобой двигаться. А вот сделай мне такой звук, а вот покажи, как ты вдыхаешь, а сделай мне такой звук. Продиагностировали. И вот когда продиагностировали, мы должны в рамках одной методики, когда говорят, что ой, вокал дело индивидуальное, несомненно индивидуальное. Всем разные методики подходят. Есть методика, которая не всем подходит. Работает не методика, работает человек. В рамках одной методики подходы могут быть разные. Например, если передо мной стоит человек уже с накачанной диафрагмой и с накачанным животом, я просто это уже увидела, я не буду с ним начинать ни с дыхания, ни с развитием мышц дыхательной опоры. Если я вижу, что у него здесь напряжено, я начну, допустим, с ним с каких-то упражнений, расслабляющих гортань, но не накачивающих дыхание. Если я вижу, что передо мной стоит гипотоник, вот вялый, скорее всего, я начну с первоначальных своих дыхательных упражнений, чтобы его активизировать. Например, если я вижу, что передо мной стоит человек, опять-таки же гипотоник, с вялой артикуляцией, и я вижу, что
У него настолько слабые мышцы, что если сейчас мы будем активно включать мышцы его дыхательной опоры, он их пережмет, я начну с ним, например, с артикуляции. То в рамках одной методики я каждый раз буду начинать с новым человеком с разных задач. А вы сразу же свой рецептик выписали. А я с этого начну, а я с этого. Все правильно. Но вы забыли о том, что вам сначала нужно понять, а с кем вы будете начинать? Сами не с собой, что ли? Вот этот момент упускать нельзя. Продиагностировали. Так как можно было это упустить? Ну, то есть мы на себе зациклились. Да. С чего бы я начала? Методика одна. Она мной выстроена, выстрадана и так далее. И я одна, да, я работаю. А люди все разные. Я смотрю, вот я этим путем пойду или этим путем. Я через два занятия все равно вернусь к дыханию, если я начала даже не с дыхания. Я все равно к нему вернусь. И буду делать те же самые упражнения. Но сделаю их немножечко попозже, например. Есть ученики, которым на первом занятии можно петь громко, потому что, да, такое тоже бывает. Потому что бывают ученики, вот они пришли, вот у них голос такая махина. И понимаешь, что надо убирать этот форсаж, и нужно посадить его не на голосовые упражнения, а, например, на координационные упражнения. Человек потеряет почву из-под ног, куда его голос делся? Такое тоже бывает. Дали ему почувствовать свой голос, видишь, твой голос есть, он тебя никуда не делся. То, что ты уже умеешь делать, ты будешь делать. А давай мы сейчас с тобой, Вера, попробуем делать то, что ты никогда не делала. Понятно? Такие вещи тоже нужно учитывать. Я вам сейчас подсказываю много разных способов в рамках одной и той же методики, в рамках работы одного и того же человека. А с кем-то мы вообще не будем делать ни одного упражнения. Потому что человек на первом уроке, он не готов к такой работе. У меня есть девушка одна, безумно одаренная, во многих смыслах и в вокальном тоже. Но она не привыкла, не занималась музыкальной школой, она не привыкла к работе. Так я на первом уроке ее больше загружала всякими двигательными упражнениями. А теперь с песню мне спой. Я понимаю, что она там пела, в ноты не попадала. Мне надо было ее включить в деятельность. Мне ее нужно было просто организовать. И я понимаю, что более детально я с ней буду работать на четвертом, на пятом уроке, когда она будет готова. Это вам понятно? Молодцы. К первому уроку готовы. Ты не знаешь, если ты вначале устраиваешь ей тест. Покажи, как ты вдыхаешь. А покажи вот там такой звук. Как ты его? Произнеси этот звук, его даже петь не нужно. Она тебе все продемонстрирует. То есть можно помощи? Нужно. Нужно. Конечно. Конечно. Тебе какая песня нравится? Вот из последних. Спой ко мне первую фразочку. Это уже дает нам информацию, над чем работать? Я могу сказать, слушай, а спой более игриво. А спой более настойчиво. Понятно, да? Процесс пошел? Вот с чего мы, допустим, начинаем. Потом я понимаю, ага, подачи не хватает. Значит, я какое-то упражнение на развитие подачи обязательно включу. Да, человеку почувствовать эту подачу. Если перед тобой стоит нормальный человек, руки, ноги есть, голосовой аппарат есть, рот есть, попроси его открыть рот. Все. Хорошо, что у вас практика начинается со второго семестра. Вы уже будете к ней более готовы. Раньше практика начиналась с октября. Вот, вот мы месяц занимались, так доходили до октября, до проведения первого урока, и они шли в бой. Но они скорее занимались так, как занимались с ними. У них еще не было видения более такого методичного, более пошагового. Ну, чего, занимались. Так, еще вопросы есть? У меня. Да. И, соответственно, будем ли мы на первом занятии петь песню, зависит от уровня подготовки ученика, от того, ну, если это уже какой-то бывалый человек, или от его запроса? Не только.
Это зависит еще от того, по каким принципам ты выстраиваешь свой урок. Например, если у меня нет в планах на первом уроке петь песню, а очень часто у меня этого в планах нету, только лишь потому, что я не успею сделать более важные для первого урока вещи. Но если мы просто сразу же начнем петь песню, да, урок пройдет чисто формально. Человек сделает то, что он, в принципе, и делал до меня. Правда же? Соответственно, я понимаю, что мне не успеть сейчас дать песню. Я говорю, первый урок мы с тобой сегодня поработаем над голосом. Это нужно просто оговорить. Если дальше я уже смотрю по мотивации подросток, если ребенок, ему скорее хочется петь песню, я скажу, потерпи, пожалуйста, через два занятия мы с тобой выберем песню. Это все можно говорить. Бывают такие товарищи, которые, ой, нет, я, пожалуй, чувствую, я к песне не готов. Ой, давайте упражнениями позанимаемся. Вот мне нравится, я хочу. И вот он полгода готов заниматься упражнениями. Выясняйте это все на первом уроке. Понятно, что полгода сидеть на упражнениях, только на одних, может быть, вы не будете. А вот если пришел человек, который никогда не занимался вокалом, давай песни попоем. Ну что ты знаешь, ну давай споем. Ага, а вот смотри, тут можно сразу начинать работать, допустим, через песню, да? А вот посмотри, вот ты здесь поешь и задираешь голову, а давай спой и не задирай голову. Вам ведь все равно задачи надо ставить. На каждом уроке должны быть задачи, которые должны быть выполнены. Ставьте малюсенькую задачу. На самом деле нужно очень быстро соображать. Помните, мы с вами говорили, что вовремя принять решение. Это наша профессия.